сколько неподписанных! Ребята, 80% подписчиков не подписаны до сих пор на мой канал. Давайте исправлять это недоразумение, чтобы не пропускать каждый мой новый топовый видеоролик. Так что спасибо тебе огромное за это, ну а мы погнали к ролику. Всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи, и сегодня у нас выходит новый замечательный и интересный видеоролик. Сегодня я опять же вам расскажу про Бисмос обновление, и этот видео будет максимально итоговый с информацией, поскольку больше информации, ну, в принципе, нету. Конечно, вы можете миллионы вопросов еще задавать, но сегодняшний ролик подведет итоги про Бисмос обновление. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком, ну и также, ребят, давайте поставим над этим видео. Ну, лайков 275. Как только наберем это значение лайков, так сразу выпускаю новое топовое видео. Так что не забудь досмотреть это видео до конца, потому что будет максимально быстренькое, подробное и интересное. Ну что ж, мы переходим к видосику, погнали, расскажу. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я тебе, в принципе, расскажу о группе BeastWarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хороший улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я, в принципе, для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи, но это было BeastWarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. В общем, ребята, опять же, вернемся к той информации, которую я вам давал вчера. В общем, у нас есть два официальных сообщения от разработчика игры. В принципе, вот такие вот сообщения. Также, вчера мой подписчик, ну, у нас вчера был ролик тоже насчет Бисмоса, вот такой вот вопрос мне задавал мой подписчик вчера. И, в общем, да, скорее всего у нас будет так, что первая часть Бисмоса, то есть и половина Бисмоса у нас пройдет летом, и вторая часть Бисмоса будет проходить до Нового года. То есть, получается, у нас до Нового года будет Бисмос. То есть Новый год мы тоже встретим с Бисмосом. Ну и потом он, как, к сожалению, уйдет. Скорее всего, так и будет это работать. Поскольку, ну, она сказала, что у нас Бисмос. То есть будет скип Бисмоса в Новый год. То есть у нас до Нового года, возможно, будет вторая часть Бисмоса. То есть, скорее всего, так будет работать. Также сегодня, точнее, ну, уже можно сказать сегодня, под вчерашним роликом мне задавали, задали вот такой вот, получается, комментарий написал подписчик. В общем, вот вам на экране. Также там второй комментарий, где, получается, мой подписчик написал, если Бисмос вторая часть протянется еще на 3 месяца, это будет просто топчик. Согласен с этим. Ну, а первый вопрос... В общем, человек написал, точнее мой подписчик, написал, что в принципе у нас будет байпас. Возможно, да, это и должно быть. Как вы знаете, у нас очень много сливов было по симулятору пчеловода в этом году. И как раз таки из недавних у нас были ваучеры. В общем, вот это вот такие вот билетики максимально интересные. То есть, как вы видите, есть пустой билет, а есть зеленый. То есть, это реально, это байпас какой-то будет. Потому что для другого эти билеты вряд ли будут использоваться. Но в другом случае можно, конечно, и по-другому подумать, поскольку там медведик нарисован. А как вы знаете, на данный момент у нас в игре нельзя купить обычного медведя. То есть это может быть как и байпас, то есть это пропуск, как вы знаете, кто играл там. Да, в принципе, в любую игру, там Бравл Старс и так далее, во всякие такие игры есть два события. То есть байпас. Вот у нас в симуляторе пчеловода это мы будем называть байпас, в других это боевой пропуск называется. То есть у нас есть обычный билет, то есть пустой. В пустой билет это просто обычный пропуск, грубо говоря, да, без завышенных наград. То есть там обычные награды будут, которые доступны для всех. А если ты покупаешь там, допустим, за робоксы, понятное дело, в робоксе у нас это робоксы, ты, получается, покупаешь этот зелененький билет, то у тебя увеличенные награды, и ты там просто дохрена вещей получаешь. Ну и можно подумать по-другому. Как вы знаете, у нас недавно было обновление Classic, Classic Update. Кстати, после того, как ивент пройдет, а ивент уже прошел, этот портал у нас в игре остался. В принципе, разработчик сдержал свои слова и оставил эту мини-игру нам навсегда. Поэтому это максимально круто. Но
другой исход. У нас, как бы, когда вышло классик обновление, у нас появились в магазине все яйца разных видов, то есть мы можем абсолютно любое яйцо купить, и это максимально очень хорошо, поскольку можно теперь крафтить абсолютно все ресурсы, которые вам надо, и, в принципе, за тикеты ты всегда можешь приобрести любое яйцо, которое тебе нужно, конечно, за 2500 тикетов. Ну, прикольно, но я бы не купил. Ну вот, это Diamond ESO за 400 тикетов, это очень дешево. Это очень, это прям капец как дешево. Ну и тут как бы обычные цены. И 50 тикетов за Silver яйцо, которое, когда ты будешь топовым, ты будешь в храм ветра донатить. Это тоже очень дешево, поэтому, блин, очень хорошее обновление. Но тем самым у нас пропали медведи. И где их достать? Возможно, эти билеты будут использоваться для того, чтобы мы покупали медведи, которые мы, скорее всего, увидим в Бисмос обновление. И там уже появятся наши медведи, также в наш любимый, получается, Бисмос каталог будет добавлен какой-нибудь медведь. Как вы знаете, у нас тоже был недавно слив, был вот такой вот медведь интересно слит. Ну и, в принципе, все. Пока все. И из способов, Костяна, где достать яйцо. В общем, если вы не будете на такой прокачке, как я сейчас, то вы, конечно, не получите медведя абсолютно никакого. Но, возможно, вы вон там за 400 квестов, получается, у коричневого медведя, можете себе достать медведя, которого у меня даже лично нету. Поэтому не знаю, как вы это будете делать. В общем, ожидаем обновления. Надеюсь, там появятся эти медведи. Или, возможно, тот же самый байпас будет нас приводить к тем самым медведям. Ну, получается, помощникам. Видите, у меня бегает рядом. Вот такие вот медведики. Очень обидные, кстати, очень реально обидное событие, то, что как бы медведи пропали в магазине, потому что они, ну, всем нужны, а самого обычного теперь не купить. Ну, это очень обидно, надеюсь, в следующем обновлении мы это встретим. По поводу информации это все, завтра я уже, надеюсь, ребята, прям точно сделаю вам видосик про белый метаулей. Только что проводил опрос у себя в Телеграме, и все проголосовали, чтобы я заснял про Бисмос информацию. Это максимально огромная информация. Все, что нужно было, я вам рассказал. Больше нечего насчет Бисмоса рассказывать, потому что сейчас информации никакой нет. Если поступит, то обязательно засниму. Поэтому можете задавать миллионы мне вопросов, но на информацию насчет Бисмоса я вам ответил. И теперь, если вы будете задавать вопросы, то ролика не будет. Я просто вам в комментариях отвечу. Не, ну если что-то выйдет новое, то вы можете под этим роликом написать, если там вышли новые вещи насчет Бисмоса, тогда, конечно, засниму. Но насчет этого все, в принципе. Расскажи об этом видео своему другу, также посоветуй это видео в каком-нибудь Roblox сообществе, если тебе не сложно. Этим ты меня очень сильно поддержишь. Это огромная мотивация для меня. Ну а на связи был Костян. Оставайся добрым, будь мудрым. Я пошел читать ваши комментарии. На новом ролике увидимся уже завтра. Так что всем до завтра.